Последние дни августа веломастерской разгребаем порядок, вот такую кучу коробок мы накопили за последнюю неделю. Здесь у нас идет ремонт вовсю. Вчера привезли колесико с пробитой втулкой, поставили втулочку на промах. Велосипедов уже стало меньше, сегодня солнышко, завтра уже обещают дождину. И поэтому велосипедов в работе тут всего-то штучек 5. Но работаем, вот такая вот у нас проблема, например, нарисовалась, полностью кривая вилка. Но уже починили, смотрите, какая красота получилась. Черная рулевая, черная вилка. Здесь все с блестками, прям шикарный велик. Здесь то же самое, опять втулка. То есть практически каждый второй велосипед это либо замена втулок, либо переборка втулок. Но очень много втулок уже убитых полностью. И пойдемте в мастерскую, я вам покажу. Здесь у нас сборка происходит. Два оранжевых велика от разных покупателей отличаются только ростовкой. Так мы и не перепутаем велосипеды. Так что все, лето заканчивается. Велосипедов становится все меньше и меньше и меньше. В работе старались мы для вас. Работали практически без выходных. И теперь мы уходим в строительство мастерской дальше в зиму. Я вам хотел кино записать про вот такой велосипед. Но у нас здесь конец света. Просто жопа.